Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор люминофора салатового. Все мы помним, как у мамы просили купить светящиеся звездочки, чтобы сделать на потолке в детской планетарии. Пластиковые фигурки звездочек накапливают солнечный свет и ночью так красиво смотрятся в светло-зеленом свечении. Все это действие люминофоров. Свойства люминофора таковы. Не токсичен, можно использовать в детском творчестве, мыловарении, рисовании. Сама мелкая фракция люминофора позволяет его применять в самых различных областях. Удобен в работе с мыльной основой. Применение люминофора таково. В салонах красоты для маникюра, блеска, тату. Люминофор применяется для производства лакокрасочных изделий, для билбордов и бигбордов. Домашней косметики для создания бальзамов для губ или помады. Люминофором декорируют помещения дома, квартиры, в тату-салонах и модных бомонд-клубах для боди-арта, оформление диско-клубов, детских кружков, мыловарение, мыло ручной работы, для окрашивания свечей, для текстильной промышленности. Вот в таком пакетике мы отправляем люминофор салатовый нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!